Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и мы продолжаем с вами заражать и убивать, истреблять этот никчемный мирок, судя по всему. Биооружие у нас сегодня смертоносный патоген, убивающий все на своем пути. А, не понял, а что все гены-то? Так, быстрый старт, это нам дает бонусные очки ДНК, здесь у нас... По поводу... Я вот не помню точно, писали, что он типа очень смертельный и что-то типа того. Ну давайте сделаем, чтобы ее будет труднее вылечить. Посмотрим, что на это будет. Так, утечка. Болезнь с большей вероятностью пересечет закрытую сухопутную границу. Ускоряет распространение болезни по морю. Ускоряет распространение болезни по... По-моему, это палец сразу, все сразу закрывают. Поэтому давайте вставим вот так. Потом, если что, мы поменяем в следующий раз. Ионизация при подхвате возвращается больше очков ДНК. Замечательно. Давайте посмотрим. Средний. Да, а что такое сбросилось-то все, я не понял. Где, а что за херня, что за арах? У нас с вами сегодня куплемия должна быть. Во, поехали. Посмотрим. А, вы биооружие. Для победы вам нужно развиваться, распространиться по всему миру и уничтожить всех людей. Выберите страну для начала заражения. Хорошо. Так, ну в принципе мы начинали в прошлый раз с Англии, у нас все было довольно хорошо. Давайте с нее и начнем. А, хорошо. Болезнь куплемии заразила первого человека, но еще слишком... Подожди, она спалит или что? Надо посмотреть, что у нас тут по очкам. А, значит, передача. Передача стандартная, симптомы. Симптомы стандартные, умения нестандартные. Сокращение летальности путем деактивации ключевых генов, отвечающих за производство токсинов. Отключение летальности биооружия восстанавливается с течением времени. Снижение вероятности того, что смертоносные гены будут разблокированы со временем. А, ну да, в принципе, говорили, что он очень-очень сильно смертельный, поэтому нужно откатывать симптомы, а вот что делать, хрен его знает. Давай посмотрим, если люди-то будут умирать, то будет печально. На куплемии случайно высвобожденное биооружие. Со временем оно становится все более смертельным. Успеете ли вы заразить всех людей, прежде чем оно убьет всех своих носителей? Не понял. Вот это печально уже, да? Это плохо. Главное, чтобы оно не начало их убивать. Англия проводит фестиваль любви. Поздравляю. А мы как бы беспалевное оружие. Это нас никто не знает еще. 50 тысяч пограничных выражает забастовкой в демилитаризованной зоне из-за плохих перспектив занятости. То есть нас пока не знает, нас никто не изучает. Мы должны бороться с тем, чтобы... Так, ладненько, по воде сразу тоже пустим. То есть нам реально нужно не только бороться с лекарством, которое будет против нас производиться, нам еще и нужно бороться с самим собой, чтобы мы других очень быстро не убивали. Охереть! Благодаря этому передачу путь... Это хорошо, обходит воздушные фильтры. Тут все довольно сложненько будет. Сначала надо успеть всех заразить, а потом уже убирать летальность, а потом только ее включать. Что происходит, вообще ничего не понимаю. Бляха, это очень сложно, судя по всему, у нас будет сегодня. В прошлый раз... А уже умирают, ты посмотри, хорош, летит твою мать, вы куда умираете-то, я не понял. Мертвые, смотри, понеслись прям. Бляха, это вообще не весело. Ну, пока, в принципе, нормально, пока живем. Пока хорошо. Так, симптомы я вкачивать не буду, пусть люди умирают. Они же, наверное, будут умирать без... Ну, в смысле, никто не знает, что за симптомы, и пусть как бы умирают, да? Никто же там ничего же, да? Или подожди, нас будут палить-то или не будут? Это вот я что-то не пойму. Ладно, давай посидим, подождем еще. Как бы заражаемых-то, смотри, гораздо больше. Я так понимаю, нам симптомы, в принципе, качать не надо, потому что... Это бесполезная хрень, так как нас здесь не палят, нас палить не собираются, а люди умирают просто так. То есть нам нужно, наоборот, качать только вот эту вот вкладку, чтобы вирус всех не убивал очень быстро. Врачи в стране Англии начали... Да ладно, ну хорош! Первая смерть... Уже, что ли? Да ебать твою мать, вы чё? Тут все против меня, смотри! Англия поручает медикам разработать лекарства, да угорайте, ну... Бляха-мух, тут еще и от лекарства, и от всего нужно искать защиту. Так, ладненько, допустим. Допустим. Сразу им быстренько сделаем откат. А зачем я сейчас-то сделал, сука? Это надо было сделать, когда очки бы поперли. Ну, в конце концов. Ну ладно, хрен с ним. Так, 45 миллионов, 2 миллиона. Бляха, что-то смертоносность, по-моему, больше уже. Мутировал симптом бессонницы. Ладно, хрен с ним с бессонницей. Может попробовать на дурачка? Не, смотри, как быстро полетело. Блях, очень быстро полетело. Прям летит только так. Да.
Так, ладненько, допустим. Отключение летальности биооружия восстанавливается с течением времени. Снижение того, что металлические генсы будут разблокированы со временем. Скорочили летальность путем деактивации отключения, отвечающего за... А, вон летальности где, ёпта, я что-то думаю. Так, ладненько. Летальность надо убирать. Ну, допустим. Вот так вот раз. Вот так вот два. Вот так вот три. И пока что пусть будет так. Летальность пока очень маленькая. Так, лекарство попёрло. Хорошо. Бля, а чё летальность не отключается? Чё за херня-то? Я же её отключил. Ну, бляха-шмуха, ж вы издеваетесь. Чё так быстро умирают-то, Подожди, нет. Да в смысле? Отключение летальности биооружия. И все равно продолжают умирать. Ты посмотри. Ты ж блёха, ты посмотри, что происходит, а. Я так понимаю, лекарства здесь в принципе никак не фигурируют совершенно. Нам нужно развивать распространение очень быстро. Очень быстро нужно развивать распространение. Прям быстро, очень быстро. Прям быстрее всего. Голубя, окей. Ну давай посмотрим. Вот, понеслось распространение получше, получше стало, хорошо. Стоило только вкачать парочку этих, и все стало нормально. Лекарство вряд ли успеет развиваться, потому что, ну смотри, очень медленно оно идет. А заражаются все очень хорошо и очень быстро. Замечательно. Отлично, поперло, поперло, поперло. Главное успеть во все страны занести. Паранойя, бестрат очков ДНК, это хорошо. Ну смотри, как летит, это из-за Китая, да? Это в Китае, наверное, так быстро начали развиваться. Все, спокойно, держимся в руках. Мы должны затащить. Ой, блядь, полетело, как смотри, смертность полетела. Иди, твою мать. Опять смертность куда-то летит. Спокойно. Так, ну пока идет поровну. Смотри, смертность не догоняет особо. Что там с лекарством? Опять изучают, суки, его достали. Так, нет, смертность стала догонять. Спокойно. Значит, нам нужно быстренько откатить еще, отключить. Чего же вот эта херня? Качал, ни хрена не прокачалась. А, значит, по передаче. Подожди, что по передаче? Нет, умение. Нам нужно еще сделать один, вот так вот, откатить. Чтобы у нас поменьше стало лекарства. Блять, очень мало откатилось. Ладно, хрен с ним. Блять, эти пузыречки опять полетели. Все подряд полетело. У нас сколько незараженных стран? Незараженные страны остались... Бляха, опять этот ебаный Мадагаскар, опять он все закрыл. Так, хорошо, нам нужно распространение. Сказали, что где-то вот тут должен быть... Они птицы, и эти смогут пробираться через сухопутные границы, вроде как. Не пускай. Бляха, смертность догоняет, смотри. Смертность догоняет, сука. Ой, смотри, что делается, смотри, что творится. Просто прям выкашивается все население к херам. Да бляха шмуха, а что я сделаю? Я ничего не сделаю. Да ладно, вы что, угораете? Сейчас всех убьет. Да, это ни хрена не весело. Стратегия совершенно нерабочая. И лекарства сейчас изобретут. И всех вылечат. Пизда руля, ты посмотри, что происходит. Вот те раз. И ведь вкачать-то больше нечего. Нет ДНК у меня никаких совершенно. Просрали, прям жестко просрали. Прям разом просрали. Рай сталкера. Вышел он, достижение. А лекарство мне реально помешает, да, в этом деле? Да, и больные, смотри-ка, убывают. Охереть. Вот это да. Вот это поворотец. Ну, ладненько. Я думаю, подожди-ка. Бляха, надо было гены поменять. Ну, ладно. Давайте начнем, допустим, с Китая. То есть нам первым делом нужно сделать так, чтобы смертельность была минимальная. А чё летальность-то? В смысле, а чё её нету-то? Алло. Больные, хорошо. А где летальность у меня? Ее нету, смотри-ка, нихрена. Странно. Ну,
Ладно. Ха-ха, нет летальности, будем без летальности, чего бы нет, ты может игра глюканула. Ученые сделали прорыв в понимании болезни воспаления, что даст хорошо. Может быть это во время первой смерти летальность поднимется резко? Потому что пока ее нет. Ну хрен с ней. Нет, так нет, мне же не жалко. Так, спокойно, нам нужно быстро распространение качать. Очень быстро распространяться нужно нам. Вот так. Домашний скот разносит инфекцию. Секундочку, ждем. Ждем до первой смерти, а потом начнем откатывать симптомы. Пока что все хорошо. Пока что все идет более-менее гладко, и мы вроде как живы. Ну, имеется в виду, все люди живы. Это получается единственный на данный момент уровень, в котором мы не хотим убить людей, а мы хотим, чтобы они жили. Причем жили как можно дольше. Бляха, поперла, смотри, смертельность пошла. Откуда вот она взялась? Ага, смотри-ка, вот. Будут разблокированы со временем. А где эти гены-то вообще? Почему их я не вижу? Что за хренотень? Вот это сразу, наверное, нужно вкачать. Очень сразу и очень быстро. И тогда смертельные гены вот сюда летальность не будут сильно прибавлять. Ну хорошо. Допустим. А мертвые все равно умирают. Ты посмотри, что происходит, а? Бляха, вы че, мертвые? Хорош, завязывай. Ну летальность не прибавляется, это мне нравится. Сокращение летальности. Ну, допустим, вот так сократили мы еще летальность. Отлично. Это надо было сделать с самого начала. А люди все равно умирают. Ты посмотри, блядь, что делается. Люди, вы зачем умираете? Вам кто разрешал-то? Я не понял. Я не разрешал вам умирать, хорош, люди. Завязывайте нахер с этим делом. Вам нельзя умирать сейчас совершенно никак. Вообще нельзя. Симптом бессонницы. Так, допустим, блядь, летальность прибавляется опять. Ты посмотри. Опять прибавляется летальность. Это вообще нехорошо. Это нехорошо. Бля, ну заражение поперло. Смотри, что происходит. Ага, Китай поручает медикам. Молодец, Китай. Так, хорошо. Это летальность на минус уберет, пока нам это не надо. Мы должны сделать вот так. И должны сделать вот так. Вот, пока что мы сделаем вот так. Чтобы и лечение не пошло, и все не пошло, и все стало... Бляха, да опять я зря эти песочные часы применил, их же не сейчас надо применять. Их надо применять позже. Но пока никто не умирает, границы никто закрывать не будет. Это значит, мы успеем распространиться как можно более... как можно более быстрее. Распространяйся, ёб твою, распространяйся по всему свету! Вирус, нано-оружие, биотехнологии, давай быстрее уже! Нам нужно весь мир заразить, в конце концов, пока все границы не позакрывали. Иди же, посади же, делай все красиво. Мы что с тобой зря что ли репетировали-то это все? Давай нормально. Во-во, быстрее. Так, все остальное мы оставим на совесть, на откат. Хорошо, вот это тоже надо сейчас хернуть сразу, чтобы люди не умирали, чтобы ученые особо не паниковали. Бляха, заражение очень медленно происходит. Очень медленно происходит заражение. У нас очень маленькая зараза. Китай заразился и все, и дальше никто заражаться не хочет совершенно. Нет, поперло нормально. Быстрее, ребята, быстрее. Нужно делать это быстрее. Нужно глобальнее. Пока нас никто не запалил, что мы всех убьем. Мы должны распространиться как можно дальше. Вот сюда, блядь, вот сюда, вот и все. Давайте бегом. Чего у нас там? Бляха, ну в принципе... Вот смотри, вот опять ебаный Мадагаскар. И вот это вот, сука, край, как ее там, Гренландия, бляха-муха. Вот только они всегда, вот только они подставляют. Завезите кто-нибудь в Мадагаскар вирус-то в конце-то концов. Завезите его туда кто-нибудь, ребята, пожалуйста. Ну, неужели там, блядь, нечего посмотреть? Ну, кто-нибудь на каникулы там, в отпуск, ну, курорт, ну, кто-нибудь в Мадагаскар, в конце-то концов, съездите. Так, ну, люди, вот, поперло, что-то быстро поперло, хорошо, замечательно, вот. Заткни свое лицо, Всемирная организация здравоохранения, ты нам тут не нужна. Спокойно. Давай, мир, давай, ты сможешь сделать все красиво, давай, все хорошо, кашель, пусть заражаются. Они кашляют друг на друга. Ой, как поперло, смотри, хорошо, давай, запустите кто-нибудь Мадагаскар, этот сраный вирус, он только, сука, он остался. Ну, Африка-то, она заразится сейчас быстро, ну вот эти две, блядь, два этих острова материка, что это, бляха-муха, ну в конце-то концов, ну. Тихо. Съездите кто-нибудь в Мадагаскар, пожалуйста, там интересно, там пингвины. Из Мадагаскара, там они живут, эти... Вот, спасибо! А-то-хо-хо-хо!
белый. Счастье наступило только что. Спокойно, 131. Нам нужно как можно... что там по... блять, летальность нормальная. Так, 11%. Нам нужно что-то срочно очень сильно заразность повысить чем-то. Прям не знаю чем. Прям очень сильно. Так, 5 очков. Вот это нормально. Где еще заразность? Это плохо. Это летальность повысит. Мне летальность не нужна. Нахуй она мне сдалась. Так, ладно, ждем. Ждем, пока все хорошо. Что там по странам? Так, осталось только на африканском континенте. Хорошо, хорошо, хорошо. Ага. Лекарство поперло. Смертность пока не прет, это хорошо. Куплими прогрессирует. Кубок мира отменен за страха перед этой болезнью. Ну а что теперь-то? Вы все равно все умрете. Так, Китай первая страна чего там? Которая начинает борьбу с лекарством, наверное. Блин, я не успеваю читать, мне сейчас не до этого. Я просто набрал темп, понимаешь, ты слышишь, как я набрал темп? Я просто бегу, бегу, я весь в темпе. Если я сейчас его сброшу, то это будет печально. Что за Марокко? Так, это все заразится, хорошо. Они там никак границы свои не закроют. Так, допустим, допустим, допустим. Где заразность? Больше заразность. Что по летальности? По летальности все хорошо. Патоген выживает в высоких странах. Так, 19 очков, идите в жопу. Очень дорого. 19. Так, вот. Где? В жарких странах. В жарких странах. Так, это Африка как раз. Хорошо, вот так нормально будет. Ну-ка. Давай-ка. Анонс девайса iCure. Хуёр, ничего не будет с тобой. Так, давайте. Вот. Гренландия быстрее. Ну, в конце концов, так мало-то у вас там, блядь, больных-то. Так, что у нас по летальности? Спокойно, летальность пока что. Это вот хорошо, это, кстати, с самого начала нужно было сделать вот именно вот этот вот значочек перечеркнуть, чтобы они ни хрена не развивали себе, чтобы они ничего там себе не делали. Замечательно, так. Ай, бляха-муха, что ж ты делаешь? 4-4, ну давай допустим, раз. Летальность прибавляется, бляха, летальность нам не нужна. Ну-ка, садё, ждём. Хорошо, давай. Давай, пацаны, давай, мы все сможем, мы все сделаем. Давайте. Заражайте Африку и Гренландию. Мадагаскар все уже почти. Нет, не все, еще ничего много в Мадагаскаре. Так, лекарства, нужно откатывать лекарства. Пока рано, лекарства откатывать пока не надо. Пока все и без этого хорошо. Весь мир покраснел, все хорошо, все замечательно. Мы тащим. Мы очень... Блядь, а подожди, ни хрена себе. Тащим мы, херащим. Подожди-ка, тащим. А я же все симптомы, ты откатил смертельно. Блять, а он смертельность... Он смертельность-то не будет прокачивать нихера. А, так я их отменю. Ха, точно, я же их могу отменить, смотри. Мы, короче, делаем вот так, тупо. Откат возвращается, все быстро прокачивается прям махом. И все, заебца. Отлично, так, это смертельность у нас. Рано пока. Ладно, ждем. Пока у нас лекарство не изобретено, мы ждем. Люди заражаются, это хорошо, хорошо, хорошо. Ждем. Так, Западная Африка, обстрелялись после удара огромного цунами. Замечательно. Давайте, пацаны. Так, Мадагаскар весь, отлично, Мадагаскар весь. Люди умирают в Мадагаскаре. Здесь что, здесь плохо все? Нет, нормально, здесь идет по графику. Так, Африка заражена. Кашель и понос. Ага, это мы знаем, это было в прошлой серии. Главное, что в Гренландии люди не умирали быстрее, чем заболевают. Все, в принципе, мы могли... Мы только что-то сканули, по-моему. Спокойно. Ой, плевать надо, плевать. Эй, лекарство, ты куда? Алло, слышь, завязывай. Спокойно, говорит, тихо там. 85%. Этого много уже, подожди-ка. Этого очень-очень много. Че у нас там? Здоровых 40 миллионов, и все они, скорее всего... Блять, они в Африке и в Гренландии. Так, лекарство, ты давай-ка мне тут мозги-то не еби. Ну-ка, маленько, с рули. Вот, на 10%, хорошо. Мутировала и что-то там приобрела. И люди, наверное, начали жестко умирать. Бляха, в Гренландии не сможем. Представляешь, в Гренландии не сможем ее убить. Вот это будет печально. Что по Гренландии-то? Блять. Больше времени на разработку. Ладно. Так, а что там по летальности-то? Блять, какая она здоровая, слышь! Откатываем чуть-чуть. Бляха, ну осталось, сука, Гренландия, смотри. И сейчас лекарства изобретут, сука. Блять, ну ты просрали, короче, мы все. Так, тут вон куда летальность-то прилетела, вон откуда. Так, ладно, вот так.
Все, просто пускаем все, что есть. И пытаемся как-то с этим делом прожить дальше. Нам нужна заразность. Очень много нужно заразности. Все, под ноль. Теперь чисто смотрим, получится или не получится. Так, ну смотри, в Гренландии, по идее, все идет по графику, все идет по плану. Лекарство разрабатывается, это херово. Что же, блядь, сделать с лекарством-то? Пиздец. Да. Мир пережил. Это очень сложная болезнь, хочу вам сказать. Это как-то очень и очень сложно. Это прям обосраться как сложно. Это дело надо обварить. Это дело надо в голове обмозговать. Ну, вначале мы сделали все правильно. Мы откатили смертность. Сразу надо было это сделать. Сразу, прям полностью. Вот с лекарством что делать? Ну, лекарство слишком быстро. Надо было быстрее распространить симптомы по заражению. Прям махом надо было их сделать, чтобы как можно больше было... Бляха, это да, это так-то не так-то ни хрена себе. Давайте, короче говоря, в следующей серии мы это дело уделаем, потому что я план накидаю себе, я уже все понял, что надо делать, нужно просто, короче, всех убить. Заразить и убить, в этом смысл игры. Ссылка на плейлист в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Раньше здесь был мат.